confirm the truth of the scriptures. Мы с вами рассмотрим только 12 археологических находок, которые подтверждают то, что было написано в Библии, подтверждают достоверность и правдивость. Discoveries that have been made in the last 200 years. Это за последние 200 лет. Находки за последние 200 лет. These are not all of the discoveries. Естественно, что я не могу перечислить все находки. But they are significant ones. Я выбрал только те, которые имеют наибольшее значение для нас. The first three of these have more reference to the Old Testament than to the New. Первые вот три археологические находки, которые мы будем рассматривать, они имеют непосредственное отношение к Ветхому Завету, а не к Новому. Although even what is discovered with reference to the Old Testament helps us understand the New. Но даже то, что говорит о достоверности Ветхого Завета, помогает нам узнать что-то и о Новом Завете. Let's look at these 12 in these few minutes we have. We may not finish this before. У нас еще есть время, и мы начнем рассматривать археологические находки, хотя все, конечно, не успеем закончить на этом. But the first one I want you to take note of is a place called Mari. Первое, что я хочу, чтобы вы записали, это место под названием Mari. Mari. Mari was discovered in 1936. Этот город был обнаружен в 1936 году. Mari is a city on the Euphrates River, which is in the country today of Iraq. Этот город был расположен на берегу реки Евфрата на территории современного Ирака. 22,000 clay tablets were discovered at Mari. Здесь археологи обнаружили более 22,000 глиняных табличек. And that's the largest number ever discovered. Это самое большое количество находок для одного места. Вот еще фотографии, передавайте по рядам. And this is a place where Abraham might have been at. Where he saw the royal palace on his journey from Ur of the Chaldees up to Haran, and then ultimately to the Promised Land. Вполне возможно, что Авраам видел в данном городе царский дворец, когда путешествовал из Ура Халдейского в Харан, а потом и в землю обетованную. Genesis 11:31 talks about Abraham going to the royal palace. Бытие в 11 главе в 31 стихе говорится о том, что Авраам направился в царский дворец. Now, what is the value of the discoveries at Mari? Итак, в чем же ценность тех находок, которые были сделаны в этом городе Мари? Primarily two things. Можно выделить две основные ценности. First, it gives us much background on the world in which the patriarchs Abraham, Isaac, Jacob lived. Во-первых, мы можем получить исторические сведения о том времени, когда жили патриархи Авраам, Исаак, Иаков. But secondly, it tells us how much the patriarchs were part of their culture and how much they were like other peoples of that time. Во-вторых, это показывает нам то, что образ жизни патриархов не сильно отличался от жизни остального общества, что они были похожи во многом на других людей. Another archaeological find was at a place called Ebla. Итак, вторая археологическая находка – это место под названием Ebla. It's a fairly recent discovery made in 1974. Совершенно недавно было это открытие сделано в 1974 году. In the region of northern Syria. Это территория Северной Сирии. And there 16,000 tablets were unearthed, almost as many as were found at Mari. В данном месте было обнаружено 16,000 глиняных табличек, почти столько же можно сказать, как в Мари, так же много, как и в Мари. Now, most of the tablets found there were economic in nature. В основном эти таблички имели отношение к экономической сфере жизни. Describing the political trade system throughout the ancient Near East. Они описывали политическую и торговую коммерческую систему Ближнего Востока. Now, what is the value of the findings at Ebla? Так какова же ценность тех находок, которые были сделаны в Well, although it does not have any direct connection with biblical history. Несмотря на то, что нет непосредственной или прямой связи с историей Библии. Its discussion of trade throughout the region
А здесь в этих табличках говорилось о том, как осуществлялись торговые отношения между различными регионами. It involves these tablets mentioning many of the cities that we have described in the Old Testament. На этих табличках можно найти упоминания различных городов, которые также упоминаются и в Ветхом Завете. It also lists 11 of the pagan deities that the Bible, the Old Testament. Кроме того, на этих табличках были записаны 11 языческих божеств, которые также упоминаются в Писании. 11 языческих божеств. And so all this becomes very helpful in confirming the accuracy of the biblical text. Вот эти вот сведения, они также помогают подтвердить подлинность и достоверность Писания. There's a third discovery that is very helpful with reference to the Old Testament. А также третья археологическая находка, которая имеет отношение к Ветхому Завету. In a place called Lachish. Была сделана в городе Лахис. And there was found what we call the Lachish letters. То есть что было там обнаружено, мы называем это лахисские письма. Лахисские письма. This was discovered in the year 1935 in the guard room of the old ancient city of Lachish. В 1935 году в сторожевой будке города Лахис были найдены письма. There's not much there now, but just a lot of open. Да, сейчас вы там ничего не найдете, даже этой сторожевой будки, это в основном поля, открытые поля. You can see from this picture that it's very close to the Mediterranean Sea. То есть вот на этой фотографии вы можете увидеть, что очень близко к Средиземному морю располагалась эта местность. Lachish is about 50 kilometers southwest of Jerusalem. Лахис располагался где-то на расстоянии 50 километров на юго-запад от Иерусалима. And the significance of these Lachish letters. Итак, в чем же ценность лахисских писем? Is that they describe the conditions during the last months of Judah's struggles before they were taken into captivity in Babylon. Дело в том, что вот в этих письмах как раз описывается состояние иудеев в последние месяцы, когда они противостояли Вавилону, то есть состояние иудеев перед самым пленением. So again, they help us understand the accuracy of the biblical accounts. Именно поэтому они могут подтвердить то, что библейские повествования правдивы. Now there's one more I'd like you to take note of before we have our break. И еще одну археологическую находку мы с вами рассмотрим, прежде чем пойдем на перерыв. That's the ancient city of Tyre. А это древний город под названием Тир. And четвертое. That's for the New Testament. It's mentioned in both the Old Testament and the New Testament. Тир упоминается как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Jesus talked about the fate of Tyre and Sidon. Потому что Иисус Христос говорил, какая судьба ожидает Тир и Сидон. And Jesus, when he was talking about that, was referring back to the period between the Old and the New Testament. И в то же время, когда Иисус Христос говорил об этом, подразумевался межзаветный период, период между Ветхим Заветом и Новым Заветом, когда вот эта вот участь и постигла их. In Matthew 15:21, Jesus visited the city of Tyre. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 21 стихе, Матфея 15:21, говорится о том, что Иисус Христос посетил эту местность, что Он был в Тире. And these ruins you see are ruins of a Roman city when Tyre was rebuilt after it was destroyed. А вот эти вот развалины, которые вы видите на фотографии, это уже развалины римского города, потому что после разрушения Тира он был снова восстановлен римлянами. Jesus visited the Roman city of Tyre. Поэтому Иисус Христос, когда посещал Тир, он уже посещал восстановленный город. What you see here are the ruins of the ancient hippodrome or the racetrack where the horses and chariots were raced. На этой фотографии вы как раз видели развалины ипподрома, где происходили скачки. The interesting thing about Tyre was that the Old Testament prophecy was that Tyre would be destroyed and no stone would be left. У этого города очень интересная история, потому что существовало пророчество, записанное в Библии, о том, что камня на камне не останется от этого города, он будет разрушен до основания.
And that prophecy was fulfilled in the days of Alexander the Great, in the time between the Old and New Testaments. И это пророчество было исполнено во время нападения Александра Македонского, как раз это межзаветный период. Now, when Alexander came into the city of Tyre, he wanted to capture it. Когда Александр Македонский дошел до города Тир, он хотел его захватить. But just off the shore of Tyre was an island that consisted of part of the city of Tyre and Sidon. Но дело в том, что недалеко от берега, где-то уже в море, был небольшой островок, который имел отношение к городу Тиру. And so all the people of Tyre fled to the island so that Alexander's armies could not reach them. И все жители города Тир, они как раз отправились на этот остров, чтобы Александр Македонский не смог их захватить. And because Alexander did not have a large navy to go to the island, it seemed like it was going to be impossible for him to get his soldiers out onto that island. Дело в том, что у Александра Македонского не было большого флота для того, чтобы доплыть до этого острова, и казалось, что он не сможет ничего сделать. So Alexander decided the only way he was going to reach that island and destroy that city was to build a bridge from the land over to the island. И поэтому Александр Македонский решил, что единственная возможность действительно добраться до этого острова и разрушить крепость, которая там была, это разобрать сам город Тир на камни и проложить дорожку. And it had to be a land bridge, so he had to throw dirt and rocks into the water. То есть необходимо было бросать землю, необходимо было бросать камни и построить вот такой вот каменный мост. Well, where did he find the rocks to build the bridge? Yeah, естественно, откуда ему камни было брать? From the buildings on the mainland of Tyre. Он разбирал вот эти здания, которые были в городе Тир. And it took his soldiers 6 months. 6 месяцев потребовалось солдатам Александра Македонского. But they dismantled every building. Они разобрали абсолютно все здания. Все здания в городе Тир они разобрали для того, чтобы построить вот этот вот мост. And threw the blocks into the water until he was able to build a land bridge that the soldiers could march across and capture. Они бросали эти камни в воду до тех пор, пока не выстроили такую вот дорогу, по которой могли пройти солдаты и уже захватить остров. And thus fulfilled the Old Testament prophecy. Таким образом, он исполнил ветхозаветное пророчество. Later, the Romans came back and they rebuilt the city of Tyre. Через какое-то время эта территория уже принадлежала Риму, и Рим восстановил город. And it was that rebuilt city that Jesus visited. И вот в этот восстановленный город как раз и пришел Иисус Христос. But which Jesus also used as an example that if people do not repent, their future will be the same as was Tyre's when they were destroyed. В то же время Иисус Христос использовал этот город в качестве иллюстрации, и он говорил, что те, кто не покаятся, не раскаятся в своих грехах, будут подобны вот этому городу, от которого не осталось камня на камне. Now, so when we look at Tyre, this is one of the first of the archaeological discoveries that had a strong impact on understanding New Testament. Мы можем сказать, что вот открытия, которые были сделаны в Тире, вот эти находки в Тире, они имели огромное влияние и очень большую важность для истории Нового Завета. The next one I want you to know actually was discovered more than 200 years ago. А следующее открытие, о котором мы с вами будем говорить, в общем-то было открыто более чем 200 лет тому назад. But its importance is continually being rediscovered as more and more influence and information about Petra is found. Но важность этой находки очень велика, потому что все больше и больше информации мы узнаем об этом месте, о городе, который назывался Петра. And even if Petra is not the most significant in terms of understanding the scriptures Несмотря на то, что вот эти вот раскопки в городе Петра не столь значительны для понимания Писания, как, например, те открытия, которые были сделаны, когда нашли свитки в Кумранского общества.
It's probably the most interesting of all of the archaeological. В то же время можно сказать, что эта находка одна из наиболее интересных из других по сравнению с другими археологическими открытиями. It's a city that probably has more tourists visiting it than any other. Это город, который посещают больше туристов, чем какой-либо другой город в этой местности. And it's often used for Hollywood movie scenes and so forth. И очень часто этот город также используют для того, чтобы снимать фильмы, голливудские фильмы. Because Petra is a city, as you can see from these pictures, was literally carved out of the rock. А вот на этих фотографиях вы сможете увидеть, что это был город, который фактически был вытесан из скал. And it's in the area of Moab, over on the east side of the Dead Sea. А он располагается вот на территории Моава с востока от Мертвого моря. Петра. To enter into Petra, you have to go through a very narrow pathway with high cliffs on both sides. Для того, чтобы дойти до этого города, добраться до этого города, необходимо было пройти по очень узкой тропинке, которая была с двух сторон окружена скалами, высокими скалами. So it was a safe city. Поэтому это был очень безопасный город. It was easy to defend it against attacks. И этот город было легко защищать от врагов. And thus it became a city of refuge for Поэтому many. Этот город стал убежищем или прибежищем для многих. Petra is where Herod sent his wife and children when his life was in danger when he was governor of Galilee. Петра — это город, куда Ирод отправил свою жену и детей, когда его жизни угрожала опасность. В то время он был правителем в Галилее. And there are some Bible scholars who believe that Petra has a place in the events of the end times. И в то же время многие богословы считают, что Петра сыграет еще свою роль в последние дни. And it gives us much by way of interesting highlights about that bring the teachings of the New Testament to life. То есть вот это вот место также помогает оживить очень многие события и понять учения, которые записаны в Новом Завете. And especially during the days of the Herods. Особенно во время правления Ирода Великого. And as I mentioned, it was the land of the Moabites, but it's part of this whole region that was known as Edom. Я уже говорила о том, что этот город был расположен на территории Моавитян, но в то же время эта территория, она была еще внутри другой большой территории, которую мы называем Идумеей или Эдомом. That included Idumea on the west side, southwest side of the Black Dead Sea, and also Edom. То есть это вот Edom, на Moab, то есть на юго-восточном побережье от Мертвого моря. And do you know the significance of Edom? Who is Edom? Что такое Эдом? Кто такие жители Идумеи? Кто-нибудь помнит, от кого они произошли? They are from Esau. Esau, right. The Edomites are the descendants of Esau. То есть жители Эдома или Идумеи это как бы последователи, не последователи, как потомки. The Edomites of Idumea and Edom were as hated by the Jews as the Samaritans were because they were considered to be half Jews. Евреи ненавидели их, так же как они ненавидели самарян, потому что считали их только наполовину евреями. The Esau didn't take a Jewish wife; he took wives from the lands of Edom and Moab. Потому что Исав женился не на еврейке, а женился на хананьянке. And so the Edomites became enemies of the Jews over the years. Поэтому вот Эдом всегда воевал с иудеями. And the significance of that we will see when we talk about the life and reign of King Herod the Great. Вот важность этого факта мы с вами еще сможем оценить, когда будем говорить о жизни и времени правления Ирода Великого. The next discovery I want you to take note of
The most famous of all in our day is the discovery of Qumran. Следующая археологическая находка, которую вам необходимо знать, самая, наверное, знаменитая в последнее время, это свитки Мертвого моря или свитки Кумранской общины. At Qumran were discovered scrolls that we know of as the Dead Sea Scrolls. Именно там были найдены свитки, которые очень часто называют свитками Мертвого моря. Qumran is here at the northwest end of the Dead Sea. Qumran располагается вот здесь, на северо northwest. Northwest. На северо-западе от Мертвого моря. And was in the year 1947, 60 years ago. В 1947 году, получается, что 60 лет тому назад. That there was discovered in a cave near the ruins of this community, you see this picture. В одной пещере, рядом вот как раз с руинами вот этой кумранской общины, которую вы видите на фотографии. Of many valuable ancient scrolls. Были обнаружены различные свитки, очень важные и ценные. They were actually found by a Bedouin shepherd boy. Эти свитки обнаружил мальчик бедуин. As he was searching for some lost sheep. Он искал потерянную овцу. And in these rugged hillsides there were very many caves. Вот в этих труднопроходимых горах было очень много пещер. And I guess I didn't make a picture of that, but you'll see a picture circulating here. То есть вот здесь вот на через проектор вы не увидите этой фотографии, но вот в этих вот распечатанных фотографиях есть пещеры. But as these children would go to find their lost sheep. Обычно пастухи, когда дети, пастухи, когда они искали овец потерянных. When they would come to a cave rather than go inside. Когда они подходили к какой-нибудь пещере, вместо того чтобы входить внутрь. They would throw rocks inside. Они бросали камни. And if the sheep was inside, they would make a sound. И если овца была в пещере, то она, скорее всего, подала бы какой-нибудь сигнал или бы про звук подала. Well, on this specific occasion in 1947. И вот в 1947 году это был один из таких случаев. The child threw the rock into the cave. Когда мальчик бросил камень в пещеру. When the rock hit. Gave the sound of a broken pottery. И он услышал, что камень разбил какой-то сосуд, потому что был такой звук, что разбивается горшок. And that piqued the child's interest. Тогда, конечно, ему стало интересно, что. So he went home and he got some matches and a torch. Он отправился домой, взял факел, взял спички, чтобы огонь зажечь. And he and a friend climbed into this cave. Вместе со своим другом они залезли в эту пещеру. And they found lined up against the wall. И они увидели, что вдоль стен было несколько рядов. In a very orderly fashion. Все было очень упорядочено расставлено. I think it was about 18 separate clay pots. 18 separate rows. Pots. Там было 18 настоящих горшков. And when they looked inside these pots, they found that they all had scrolls. И когда они посмотрели, что же было в этих сосудах, то они увидели, что там были свитки. They had no idea whether they would be of any value or not, but they took a couple of the scrolls with them and took them into Jerusalem. Естественно, они не знали, имеют ли эти рукописи какую-нибудь ценность. Они взяли лишь несколько свитков и отправились с ними в Иерусалим. Sold them to a dealer for a very modest price. Продали эти свитки за небольшую цену. Because at that point in time, they had no idea of the value of these scrolls. Потому что в то время еще никто не знал, что там и какова действительная ценность этих рукописей. Later, when it was discovered what these scrolls contained, they became actually priceless in nature. Но когда уже обнаружили, что содержится в этих свитках, что содержится в этих рукописях, то они уже стали бесценными. And because some of the scrolls had been sold to different buyers. When the authorities went to gather them back up and to purchase them back, they had to pay quite expensive prices to get some of these scrolls back. Дело в том, что вот некоторые свитков были распроданы,
И поэтому, когда уже догадались о содержании этих свитков, и власти хотели собрать все свитки вместе, то пришлось заплатить очень большую цену тем, чтобы выкупить вот эти фрагменты. But these scrolls are now located in a museum or a research center in Jerusalem. А сейчас эти свитки находятся в исследовательском музее в Иерусалиме. A very interesting building they're in that's actually shaped like the top of a clay pot. Очень интересное это здание само по себе. А вот этот музей, он в виде такого вот большого сосуда, как будто похож на большой сосуд. And these scrolls have become probably the most valuable single find of written materials. Of all of the biblical materials that have been discovered. А это вот наиболее важные, самые значимые рукописи, которые имеют огромное значение для библейской истории, которые были обнаружены за все эти времена. These Dead Sea Scrolls contain four different kinds of writing, including guidelines as to how to live in the community. Вот эти рукописи содержали четыре вида различных документов. Кроме различных религиозных трудов, там были также документы о жизни в общине. But it also contained biblical commentaries. Там какие же это рукописи, четыре вида рукописи? Это были библейские толкования. Copies of other religious writings. Копии других религиозных трудов. And almost all of the Old Testament. И почти весь Ветхий Завет был переписан. So these four kinds of writings. То есть вот четыре вида рукописей в Кумране нашли. Writings pertaining to life in the community. Итак, документы о жизни в общине. Biblical commentaries. Библейские толкования. Copies of other religious writings. Копии других религиозных трудов. And most important of all, almost all of the Old Testament. А и самое важное, почти весь Ветхий Завет. So many of the books that were disputed by liberal scholars. А очень часто, когда либералы, например, сомневаются в достоверности некоторых книг в Библии. Were found among these writings. Можно было сравнить, есть ли эти писания в свитках Кумранской общины. Including books like the Book of Daniel. Например, книга пророка Даниила там была. Which liberals were saying were written not until about 100 to 200 years before the birth of Christ. It was written 200 years before. That's what liberals were saying. Некоторые либеральные богословы считают, что книга пророка Даниила вообще была написана лет за 200 до рождения Христа. Rather than by Daniel, who lived 600 years. То есть вместо того, чтобы утверждать, что сам Даниил написал эту книгу лет за 500-600 до рождения Христа. Yet these writings were found among the Dead Sea Scrolls. Но все эти рукописи, книга пророка Даниила также была среди вот этих вот рукописей. It would have been quite amazing for those writings to have reached this community and become part of their Bible. Within such a short period of time, if they were written a couple hundred years. Если бы они были написаны только за 200 лет до рождения Христа, то было бы просто удивительно, что они уже были переписаны в Кумранской общине. Another interesting find was particularly in what they call cave number 4, that picture you have that I don't have on the screen. Очень интересную находку также обнаружили в пещере под номером 4. Вот проектор не показывает эту фотографию, но вы могли ее видеть. Cave number 4 is where a complete manuscript of the book of Isaiah was found. В пещере номер 4 нашли полную рукопись книги пророка Исаии. Now this is interesting because this indicated that for the Qumran community, the Book of Isaiah was one united book. Это означало только тот факт, что для кумранской общины книга пророка Исаии воспринималась как одно целое. But the liberal scholars will say that Isaiah was not written just by him, but that there were two Isaiahs. Но либеральные богословы часто утверждают, что книга пророка Исаии была написана не одним Исаией, что Исаии было два. Some will even suggest there might have been three. А некоторые даже говорят, что было три автора в этой книге. And that the book of Isaiah is an edited work putting together these writings of two or three different writers. Да, и некоторые даже говорят, что это уже отредактированное
издание трех авторов. И три автора написали, а потом отредактировали, и получилась книга пророка Исаии. But in these discoveries at Qumran that are as far back, as old as it is, you know, previous to the time of Christ. Но вот все вот находки, которые были сделаны в Кумранской общине, это все говорит о том, насколько все это было древнее, как это было давно, прежде чем родился Иисус Христос. There is no evidence of a deutero or a treto, a third Isaiah. То есть там нет совершенно никаких свидетельств и подтверждений того, что Исаия было два или три. And so these have been very, very helpful in understanding the nature of the Old Testament and what books the Jews recognized as part of the Old Testament. И вот это тоже было очень важно, потому что показало, какие именно книги Священного Писания в то время признавали евреи. So the Qumran writings are of extremely great value. Поэтому неоценима ценность тех свитков, которые были найдены в Кумране. At least in three ways. Мы можем сказать о трех ценностях. First, they show the high accuracy of the Old Testament texts. Первая ценность или первая польза то, что они показывают достоверность Ветхого Завета. Secondly, they help us understand the development of the Hebrew language. Во-вторых, эти свитки помогают нам увидеть, каким образом развивался еврейский язык. And thirdly, they help us more accurately date the writings of the Old Testament. И третье, эти свитки помогают более точно устанавливать дату написания этих книг. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.